Всем привет, с вами канал Классическом Брите, Классическое Бритье for Life. Сегодня у меня будет интересный обзорчик. Впервые буду пользоваться данными аксессуарами и прочими предметами, атрибутами влажного классического бритья. Поэтому поддержите меня, пожалуйста, лайком. Обязательно комментарий вниз по поводу того, что вы думаете по моим сегодняшним новиночкам. А я начинаю. Ребят, сегодня у меня на обзоре будет тестирование Fatipa Piccolo голова с ручкой от Fatipa Lost Torta. Полая ручка. Теперь он стал весить на 8 грамм, по-моему, меньше. Этот сейчас он 66 весит, а весил с обычной ручкой 73 грамма. Лезвие заряженное Astra зеленое. Вот, кстати, пачка у меня давно есть. И пользовался я почему-то зеленой Астрой только в станке рапира, в экономичном станочке. И почему-то не пользовался Астрой в Fatipa Piccolo. Не знаю почему, так что сегодня будет первый тест лезвия в Fatipa Piccolo в итальянском малыше, но это будет Франкенштейн. Попробуем с ручкой Fatipa Lost Torta. Лезвие Astra производится в Питере. Как по мне, в станочке рапира они показались довольно мягкими, потому что обычно рапира все дергало, а тут прям все мягонько брило. Поэтому мягкие лезвия. Так-то это вообще родина этих лезвий — Чехословакия. Еще, наверное, прадед мой пользовался такими лезвиями. Еще бывают синие Astra, но я их не пробовал, у меня они есть. Не пробовал, но, наверное, как протестирую во всех своих станочках и заряжу синюю Астру в тоже в Fatipa Piccolo Lost Torta, в свой зеленый станок, и все это дело опробую. И переходим к самому интересному. Это веганское мыло ремесленное от мистера Мария. Мистер Мария, thank you very much за то, что предоставили мне мыло на обзор. Вот такая интересная упаковка, картонная, биоразлагаемая она, вреда природе не принесет. Ну, в коробочке ничего. Ну, такой вот Adventure in Portofino, что в переводе «Приключения в Портофино», как вы видели из моего обзорчика на это мыло. Портофино — это небольшая деревушка на берегу, там очень красиво, лазурный берег, тепло. И это мыло вдохновлено этим лазурным берегом, этой деревушкой, солнцем. И мистер Маррей нас сегодня отправит в путешествие в теплые страны. Сейчас это как никогда актуально. Сегодня похолодало, плюс закрытые границы, никуда не уедешь. Но с помощью этого мыла я надеюсь, что мы побываем в Портофино. Мыло твердое, имеется прокладочка, чтобы не выдыхалось мыло на крышке. Баночка металлическая, мыло твердое, интересный запах. Напомню, мыло для бритья ручной работы с ароматом грейпфрута, ладана и имбиря. Довольно-таки свежий аромат, мне он очень нравится. Почему-то он мне напомнил этот аромат, вот как у белорусской косметики. У меня есть крем для бритья Модум, и вот у него вот такая вот серия, вот мужские ароматы. Но я не прям говорю, что прям вот это и есть тот запах, просто напоминает. Также тут имеется состав. Все это я прикреплял в своем обзорчике. Довольно-таки интересный вот этот бренд. Мистер Маррей сам британец. И запустил с нуля свою линейку мыл. Пришелов, шампунь, мыло, помазки и прочее у нас в России. И, кстати, женщинам, девушкам на заметку. Дарить надо интересные наборы с мылом, с помазочком, с бритой. Они ваши любимые носки и пеной рко и жилет. Пена рко и жилет — это уже не актуально. Бриться ими, вот как по моему мнению, я больше, наверное, не буду. Я буду на влажном классическом бритье. В общем,
взбиваться все это будет вот таким вот синтетическим помазочком, Grand Slam, прекрасно знаете, travel вариант, разбирается на три части. Спокойно сложил и поехал путешествовать с ним. Наверное, это копия мюлевского помазочка. Покупал в прошлом году. Набивка вот. И довольно-таки мне он нравится. Отправлю я пока узел, замачивать не буду, просто промоем его. Пускай наполняется водичкой. Также продолжая тему про лис. Сегодня у нас Old Spice Fox Crest. Легендарный тоже Aftershave 2013 года выпуска. Нашел я его на Авито, потому что он не выпускается. Такая вот интересная коробочка. Указано, что этот Aftershave для тонкого игрока. В описании сказано, что имеются нотки цитрусовые, мускус и фужер, то есть зелень, трава. Проверим. Такая стандартная крыжечка. От Old Spice. Приятный запах. И внутри оранжевое содержимое. Тоже спиртовой Aftershave. И как я полагаю, у лосьона, ну я даже не знаю, 71% спирта. Кстати, состав вот здесь. Очень давно искал, смог найти в личной коллекции у кого-то Aftershave и приобрел его. У меня имеется серия вот этих звериной серии. Первая она была Hawkridge, это ястреб, Fox Crest и еще какой-то животный. И сразу из глава, и волки, Wolf Thorn. Показывает характер мужчины, то, что у него разный, и поэтому разные ароматы. Я думаю, что хорошо, что я выбрал, ну, не похожий по аромату мыло Aftershave, чтобы заценить и то, и то. В общем, я умываюсь и начинаю взбивать мыло. И посмотрим, что из этого получится. Вы знаете, в прошлые разы с веганским мылом у меня не получилось. Это La Shaving Soap почему-то у меня не сбилось. Я даже вам скажу, почему. Потом вы мне сами написали в комментариях, то, что я зажадничал мыло. Мама очень его на одну чашу положила, поэтому у меня не пена получилась, а фигня. Сегодня будем набирать мыло до победного, чтобы не, ну, чтобы объективное мнение высказать по поводу данного мыла. Итак, ребят, что я сделал? Я налил немножко водички само мыло. Сейчас немного поработает тут все, поверхность это. Это я буду использовать эту водичку как пришив, чтобы немного размягчиться. Я после душа, поэтому мне никакие ни пришивы, ни масла, ничего не нужно. Им я и так не пользуюсь, я постоянно бреюсь после душа. Щетина у меня пятидневная. Сейчас немножко все это дело. Да, с водой, конечно, аромат вообще шикарный. Соединяется, когда мыло. В общем, выливаю на лицо эту водичку. Аромат, сразу скажу, мыльный, имеется вот мыльный аромат, и да, имбирь, цитрус, все мне это чувствуется. Описание подтверждаю, все пока идет нормально. Это, кстати, я забыл сказать, мыло премиального сегмента. Также оставлю все контакты под видео. Кому интересно будет, посмотрите. Может, кто-то что-то себе и купит, может, кому-то в подарок. Итак, немного стряхиваем помазочек и начинаем забор мыла из баночки. Сбивать мыло вообще мне мистер Грэм посоветовал синтетическим помазком. Благо, у меня он оказался. Я набираю. И взбивать на лице. Изначально вот эта мыльная вся тема, мистер Грэм сделал так,
чтобы легко было взбивать мыло не в чаше, а на лице, так как у многих пользователей, ну, клиентов, кто будет использовать мыло, может не быть в наличии чаши. И поэтому, у кого есть чаша, пожалуйста, взбивайте, я сделаю обзорчик, где-то, наверное, через один обзорчик, когда взбивал пену на, ну, в чаше. Сегодня делаю на лице, так как посоветовали мне, я послушаю совет, так как для меня мыло новое. Ничего, вот смотрите, как оно вспенивается. Наберем побольше, остатки размажем по лицу, наковыряем из баночки пенку. Вообще, как у меня появилось это мыло? Вот такая история интересная у меня. Знаете, что у меня канал молодой, подписчиков у меня, ну, небольшое количество, но оно есть. Я просто лежал на кровати и листал ленту в этом ВКонтакте. И смотрю, на меня смотрят логотип Мистер Моррис и Лиз. Я думал сначала это какой-то паб. Думаю, о, наверное, открыли паб. Может сходить, попробовать там, что есть. Но как оказалось, это не паб. Мистер Моррис — это продукция, маловаренный бренд, крафтовый бренд. Все, наносим на лицо. И очень уж мне понравился Лиз. Вот что-что, Лиз меня зацепил. Я так-то люблю всяких вот этих Лиз. Особенно, когда их изображают там такими силачами, всякими джентльменами. Наверное, самый известный у нас, самый энергичный и брутальный Лиз — это Crash Bandicoot. Вот почему-то всегда лисы — это вот такие вот, как, не знаю, супергерои, джентльмены, силачи. И я так посмотрел на бренд и понял, что владелец бренда не прогадал с логотипом. Мне очень нравится вот эта британская тема, потому что, ну, знаете, что я любитель поездить на футбол, и футбол без британской, ну, как вот этой всей темы, это не футбол, потому что родоначальники все-таки англичане. Если бы не было англичан, не было бы вообще ни около футбола, вообще бы ничего не было. Ну, про около футбол не будем говорить, это отдельная тема. У меня лично знакомство с Британией началось, блин, в далеком, не знаю, в 2006 году, когда я начал читать известного книги, известного в Британии автора Дуги Бримсон. Он писал о всяких там, как он был футбольным хулиганом, и писал о том, что, ну, плохо это, то, что там это все детство, все дела, но до сих пор он в этой теме. Меня эта тема интересует. Тем более джентльмен. У нас самый известный джентльмен Советского Союза и России — это по фильму Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Только почему Ватсон, а не Уотсон? То есть Эмма Уотсон, а доктор Ватсон. Ну, вот они показали, наши режиссеры советские показали настоящих джентльменов. И тут вот эта вот линейка именно показывает о том, каким должен быть джентльмен, куда он должен, что он должен делать и какие места он должен посетить. Это вот один Портофино — очень интересное место. Смотрите, ребят, на лице пенка сбилась хорошо. Взял я много мыльца. Мне еще есть что, вот в баночке чуть-чуть осталось. Не, интересная пена. Я думал, что сейчас все осядет и на этом все закончится. Нет, в этот раз я все правильно сделал, что много набил мыла. Не оседает пена. Аромат. Вот это просто, я не могу передать словами, это не какой-то химозный аромат. Это надо пробовать.
Мне такие ароматы нравятся. Но мне напоминает он классический барберский аромат. В общем, первый проход Fatty Piccolo Astra по росту волос. И вот, что еще хочется сказать. Ну, джентльмен, он и в Африке, как говорится, джентльмен. Воспитанный человек должен быть. В то же время остроумный, эрудированный. Даже находить выходы из всяких сложных ситуаций и оставаться мужчиной всегда. Вот это, по моим словам, джентльмен. То есть должен быть немного хулиганистым, интеллигентным, помогать должен, выглядеть хорошо, а не как заросший весь и не поймешь чего, а нормальным должен быть человеком. Кстати, по скольжению умыл хорошее. Я бы, наверное, чуть-чуть добавил бы водички, потому что очень густая пена, но ничего не мешает бриться. Лезвие Астры, кстати, не чувствуется, но идет. Все пока хорошо. Очень удобно вот с этой ручкой. Ручка не выскальзывает. Фатип делает свое дело. Усы сейчас. Здорово. Потом скажу по аллергическим реакциям, потому что сейчас пока я сказать ничего не могу. Так как еще не до конца выброс. Ну вот, история о том, как появился Нил. Я сказал, что да, ВКонтакте сидел, все дела. И думаю, дай-ка я напишу в личку, ну, блин, ну, как я это думаю. Канал маленький, но я не рассчитывал, что прям сразу мне премиальное мыло кто-то даст на обзор. Все-таки, блин, если бы у меня было больше, наверное, подписчиков. Я вот так думал на тот момент, на то время, что, ну, как-то я не рассчитывал, но, как говорится, за спрос же не бьют. Ну, спросил, отказали, что это тоже ответ. Отрицательный ответ – это тоже ответ. И что самое странное, что мне ответили, я поговорил как и с создателем мыла, так и с Мариной. Все хорошо, все мне рассказали, объяснили, показали. Это просто класс. Мне все понравилось. И без них, скорее всего, без мистера Мары и Марины, наверное, у меня бы сегодняшнего обзорчика такого интересного бы и не было. Потому что, как вы знаете, я обозреваю все, чем можно бриться, начиная от артизанов, заканчивая всякими бюджетными вещами. Но это для моего канала просто находка. Кстати, я коцнулся уже, нажал сильно, но это ничего страшного, камень всегда со мной. Так, что сказать, все хорошо, но нужно немножко водички добавить. Сейчас я лицо умою. По первому проходу мне все нравится. Ну что, начинаю второй проход. Пена, не знаю, села или нет. Нет, лицо я не вытер. Пока все хорошо. И да, на лице нормально все взбивается. Наверное, я думаю, можно немножко ковырнуть пенки, которая осталась тут. Чтобы ее все равно смывать. Лучше уж на лицо, чем, как говорится, в раковину. Чем в таз, лучше в нас. Положили пенки. Я, если что-то так сумбурно все говорю, я не опытный обзорщик, я люблю бриться, обозреваю, поэтому не судите меня строго. Но результат вы видите на лице. Пена никакая не пузыристая, довольно-таки густая. Ничего мне не щипет, никаких аллергических реакций пока не вызвало, потому что вот я сейчас нанес после первого прохода, ничего не щипет. Аромат приятный, классический, барберский, я думаю, вам понравится.
Мне лично нравятся такие ароматы. Конечно, я не знаю, но отнес бы его точно не к зеленому аромату, вот к синим ароматам. Очень приятный аромат. Мне нравится. И раскрывается он, да, цитрус, имбирь. Вот насчет ладана я примерно представляю запах, но может быть он и улавливается, но не так сильно. Я думаю, с псиной ладаном пахло. Но это был бы как Флойд рыжий, потому что там прям ладан вообще. Так, в принципе, все нормально. Я, да, буду, наверное, тестировать с тремя проходами. Посмотрим, что у нас будет на третий проход. Так, все-таки Астра, мягкие лезвия. По диагонали брить. Ну как по диагонали? Поперек. По диагонали брить не это не будем. Скольжение мыла идеальное. Лично мне понравился. Это не прям какая-то там реклама, что все плохо, а я вот бреюсь и говорю хвалебные слова. Нет, я говорю как есть. Если продукт мне будет не нравиться, я сразу об этом скажу, но все равно добреюсь. Из-за уважения к производителю. Но мне все нравится. Если кто-то что-то хочет сказать, ну, мне сказать, ну, против, что-то, что я, типа, ну, некомпетентный, ну, вру всем, пожалуйста, пишите в личку. Личка у меня всегда открыта, всегда отвечаю за свои слова. Так что, ребят. Никому не навязываю покупки. Как говорится, кому что нравится. Но пока мне все нравится. Вот именно по этому мылу. Интересно было бы его попробовать, это мыло с шаветкой в этом бритье. Пока все снимается. Пока мне все нравится. И, ребят, кайф, кайф, кайф. Начинаю от аромата и вбитие пены. И заканчивая этими характеристиками. Но сразу хочу заметить, не жалейте воды. Ну, довольно. Мыло это не крем для бритья. Крем для бритья он быстро взбивается за счет того, что там есть какие-то примеси химические. Здесь же все натурально. Как уверяет производитель. Да, но остров Фатип, конечно, мягкая. Даже Коцк поставил, ну ничего, камень сделает свой день. Итак, второй проход у меня заканчивается. Сейчас умоюсь, посмотрим по третьему проходу. Но я его буду делать, чтобы протестировать уже мыло до конца. Перехожу я на третий проходик. Воды на лице много оставил. Мыла еще довольно-таки много. После двух проходов могу сказать, что все нравится. Чисто мужской аромат. Ничего резкого. Ментола тут нет. Охлаждающего эффекта нет. Пена еще осталась. На третий проход хватит. Что мне еще хотелось сказать по поводу джентльменства, вот этого всего. Британская вообще культуры. Ну, как бы, ну, она мне нравится, но я же не прям как англичанин живу, я все-таки человек-то русский. Но то, как я рос, нельзя забывать о футболе, о фанатах. В этом забывать нельзя. До сих пор хожу на матч. Вот, кстати, да, вот мистер Марио, блин, ну вот, ну как бы. Не хочется мне никому советов давать, ну, потому что я не особо
знаток всех этих тем, но интересно было бы, вот, например, увидеть, ну, как линейку, например, мыл, вот, хобби у джентльмена, например, как поход на дерби. Дерби это тоже джентльменское дело. Я вот недавно ходил на ипподром, смотрел скачки, тоже джентльменское дело. Например, баночки две, например, с футболом и с регби, потому что, как говорится, футбол это игра джентльменов, в которую играют хулиганы. А регби, говорят, это хулиганская игра, в которую играют джентльмены. Поэтому интересно было бы увидеть такой вот наборчик. Это было бы, блин, круто вообще. Какой-нибудь регби, там, фужерный. Футбол немножко такой, ну, тоже фужерный, но не особо резкий, потому что все-таки регби контактный вид спорта. А футбол там больше, ну как... Финты, всякая тема, регби, там мужики здоровые же. Я, кстати, очень люблю регби, не пропускаю матчи нашего чемпионата, смотрю все вот эти турниры, очень мне вот нравится регби. Сейчас против роста волос. Также чего? Ну, это тоже, извините, джентльменская тема, потому что джентльмен же должен быть всесторонне развит. Поэтому, если понравится идея мистера Марвел, то... Это будет даже очень здорово. Все-таки джентльмен, он же не только, ну, путешествует, там его вот эти вот дела, там прочтение, например, газеты в клубе с пинтой или с каким-то чаем, например, это, ну, это тоже имеет место быть, это как вот отдых. А вот еще хотелось бы вот такой вот, как, ну, хулиганистый, что ли, отдых. Ну, в общем, мистер Маррей знает, что он делает. Мне продукция понравилась. Вот еще бы интересно было бы попробовать шампунь-мыло, но, скорее всего, я его себе куплю. Ну, так как... Интересно, ни разу такого не видел, шампунь-мыло. И это будет, наверное, лучше шампуня обычного, потому что в обычных шампунях сейчас там накручено столько, что... Ладно, не будем отвлекаться, будем мриться. Ну, астра, да. Астра очень мягкая для меня. Не люблю такие лезвия. Наверное, поэтому я их и не пробовал в Фатипе Пикал. В общем, ребят. Три прохода, и все равно остается вот у меня, ну, мягкое лезвие, ничего не могу сказать. В общем, ребят, все, три прохода сделаны, автошевимся, и потом выводы. Оценки я ставить не буду, потому что я не эксперт, я не учитель. Оценки никому ставить не буду. Просто выскажу свою точку зрения, свое мнение. Вот мыло сколько осталось. Как раз. Ой, запах приятный. Я, наверное, сейчас и умоюсь. Вот столько осталось. Пенка вот такая хорошая. Не завоздушенная. Мыло идеальное. Аромат, конечно, ребят, чисто мужской аромат. Что, ребят, можно сказать по поводу автошейва? Буёчек, классический, аромат 2013 года. Скорее всего, блин, ну, наверное, не выпускает из-за того, что, ну, сейчас молодежь к унисекс ароматам больше тянется. Ну, я не знаю, мне вот унисекс ароматы не нравятся, какие-то они сладкие, не пойму что. Поэтому мне нравится классика. Old Spice — это классика еще. Такая еще, блин, отец мой пользовался Old Spice. Дозатор, знаете, широкий. Пальчиком я немножко закрываю на руки. Небольшое количество надо Old Spice. Что я вам хочу сказать? В банке прям оранжевый цвет. Здесь что-то я оранжевого не вижу. Наносим на руки автошейв.
Ой, ребята, 70 градусов горит лицо. Значит, астра мне не подходит от слова совсем, очень мягко. Мягкое лезвие. Я еще умыл с холодной водой. Знаете, интересный аромат, чем-то напоминает отдаленно капитан. Вроде написаны травянистые и цитрусы, и ладан. А, тут мускус, но что-то совсем этим не пахнет. Но такие я ароматы люблю, я бы поставил, наверное, его как по деликатности. Сначала Фокс Крест, потом Капитан, а потом Вайт Вотер, потому что ароматы, как для меня, они схожи. Жирных следов не оставляет, после него всегда матовая кожа. Я еще, наверное, прыснул от спайсика. Очень уж он мне зашел. Вы не представляете, как. Это надо попробовать. Приятный аромат. Все, сейчас я подведу итог. Что да как. Итак, ребят, подводя итог, что мне хочется сказать. Начну я, пожалуй, с лезвия остро-зеленые Fatty Piccolo. Ну, как в сборном Fatty Piccolo и Fatty Plastorte. Мне, честно, не понравилось. Это мое личное мнение. Кому-то нравится, пожалуйста. Мне не понравилось. Очень мягко. И, ну, как-то все прожгло. Хоть на станок я и не нажимал. Поэтому не знаю, что сказать. В минус еще дофига клея было в этом конвертике. Поэтому не могу ничего сказать хорошего. Про Фатипыча сказать я могу всегда только одно и хорошее. С такой ручкой он мне понравился. И его, кстати, тоже можно с собой брать куда-нибудь в какие-нибудь поездки. Потому что эта ручка помещается в любые маленькие кейсы. Ну, не кейсы, а специальные футлярчики. У меня есть такой футлярчик. Ручка удобная. Кому-то не нравится, что она полая. Мне лично сначала не нравилось, сейчас все нравится. Поэтому плохого сказать, ребят, я вам ничего не могу. Теперь по поводу мыльца. Потому что сегодня у нас тестирование было в основном мыльце и aftershave. Аромат мужской, аллергических реакций не вызвал, все шикарно, сбилось все шикарно, нанеслось на лицо, не осело мыло, вот такое вот оно. Сейчас я его на просушку буду относить. Вот такой вот лис. Лис — это просто отдельно, это просто, наверное, самый наивысший балл вот за вот такую вот интересную вот картинку, вот изображение, это просто что-то. Сразу хочется купить, потому что ты уже понимаешь, что ожидать от данного мыла. Вот сегодня мистер Маррой смог этим мылом меня отправить на отдых в теплую страну, Портофино, потому что я фото видел, я уже представил, что да как, да. Ребят, это кайф. За мыло ему огромное спасибо, и в скором времени я, наверное, все-таки куплю еще чего-нибудь себе. Сейчас на пробе это показало все идеально, мыло идеально. Кому хочется, могу поделиться, отщипнуть, прислать. А так, на официальном сайте смотрите, там и подарочный набор есть. Женщины, мужчинам дарите вот такое вот, а не арко пену за 100 рублей, и мужчина будет мучиться бриться. Подарили на Новый год станочек, кремик, помазочек, авторшевик хороший, и пусть мужчина радуется и бреется как мужчина, как он должен бриться, а не деньги этим жилетам всяким давать, они будут вот эту пену, от которой пользы нет, будут делать, и пластиковые эти всякие ручки загрязнять будут окружающую среду. Лучше вот так вот. За крем я плохого вообще ничего сказать не могу, у меня только вызвало позитив.
и хорошие эмоции. Насчет афтершейва. Понравилось. Вот сейчас он напоминает мне вот какой-то, да, аромат такой, знаете, какой-то свежести, не знаю, леса. Ну, недаром тут вот этим лесом всякие эти картинки, как трава какая-то интересная, как будто вот в лесу такая вот трава есть. То, что изображено с таким с красным, не знаю, как это называется. Очень приятный аромат и деликатнее White Water и Капитана. Да, шикарный аромат. Но он, я как понял, этот аромат унисекс. Для тонких игроков, людей, которые быстро думают, быстро реагируют. Это все про Foxcrest. Еще раз посмотрите на эту лисичку. В общем, ребят, спасибо за то, что смотрите мои видео. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь обязательно на канал. То у меня 36% с подпиской, а остальные без. Обязательно, ребят, подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего нового. Бритье у меня сегодня шикарное. Всем спасибо за внимание. Всем пока, всем хорошего вечера. А я буду готовить для вас очередное бритье. Всем пока.